Итак, это Chevrolet Aveo. Хочу показать вам, как он изменился за 2 года. Что у него стало неисправно. Что не изменилось. Внешний вид. Ну и кое-что еще. Так, вот внешне она за 2 года поменялась. Вот здесь вот сестра влетела в ворота. Имеется вмятина. И на скорости 60 км в час она снесла 3 машины. Если не оформляют. Меня сними. Да, да, сними. Посвети фонариком вот на это. С лонжером тоже согнуло. Она влетела, то покажу. Они пострадали намного сильнее. Шестерка гармошкой сделалась, даже лонжероны погнулись. Та, которая стояла впереди, ту я уже не помню. За время использования вот сюда вот позабивалась грязь. Точнее, не грязь, а пыль. Когда-то здесь возили муку, и вот здесь вот мука, она не вычищается и даже пылесосом. Так, ну, запаска. Пользовался всего один раз. Один раз пробил колесо. Все меняется легко, ну, как на всех машинах. Багажник здесь не очень большой, но можно кое-какие предметы перевозить большого размера. Вот здесь вот. Хотя эта функция уже есть почти на любом автомобиле. Можно опустить и ту вторую маленькую. Тоже можно спинку опустить и положить что-нибудь длиннее. Ну, сзади места очень мало. Сиденья без подогрева. Они очень жесткие, места очень мало. Ну, места, конечно, больше, чем в Приоре или в Гранте. Но в Chevrolet Cruze или, к примеру, ну, в машинах подороже, места гораздо больше. То есть, если здесь еще за пассажиром можно ехать, то вот там вот у меня уже упираются коленки. То есть я сам за собой сел, и сидеть, в общем-то, удобно, но чувствуется, что это уже максимум. Так, изнутри. Ну, изнутри все красиво. Вот торпеда. Магнитола. С пленочкой еще. Ну так, среди аналогов, наверное, самый красивый салон. Это в Chevrolet Aveo. По качеству не очень. Вот здесь вот остаются отпечатки. Причем очень сильно, если это видно. А вот это место постоянно пачкается. Туда достает нога, и оно становится грязным. Здесь находится перчаточный отсек. Сюда можно телефон положить, наушники, флешку. Ничего за 2 года не сломалось. Все целое. Здесь тоже все работает. Вообще в салоне Chevrolet очень красивые. Что Cruze, что Aveo. В общем-то он просторный, но вот это вот место... Сюда постоянно упирается коленка или нога, в общем. Вот это они не очень хорошо придумали. Выглядит очень красиво, но неудобно. Здесь хорошо помещается телефон.
места достаточно, чтобы не мешать переключению передач. Ручник. Так, ну, подстаканник. Здесь имеется фиксация. Здесь фиксация тоже есть, а вот сзади нет ее. Сзади просто можно поставить большую бутылку. Спереди вот так вот. Обычный материал. Вот здесь вот подогрев. Здесь и здесь сверху. Подогрев сидений только передних сидений. Все. Задних нет. Так, ну, обшивка не очень красивая. Она белого цвета. Я люблю машины с белыми обшивками. Ну, выглядит более-менее нормально. Отчетчик. Ремень безопасности. Наверное, самая красивая деталь в машине — это вот спидометр. Он цифровой. Так, ну, красиво выглядят вот эти вот. Тоже, кстати, на торпеду похоже. Вентиляция. Так, ну, в общем-то, все. Забыл сказать про спидометр. Имеется несколько режимов. Средняя скорость 3-4 километра. Время поездки можно засекать. Средний расход топлива. И то количество, которое мы можем проделать с данным уровнем топлива. Сейчас бензина почти нет, поэтому написано low. Вот так вот. Так, магнитола красивая, но не очень функциональная. Ну как в обычных автомобилях. Ничего особенного в ней нет. Разъем для карточек кредитных, которым я не пользуюсь, выглядит очень некрасиво. Как-то, не знаю, портит вид, что ли, не знаю, мне не нравится. Так, ну, спереди это все. Вообще больше ничего здесь интересного нет. Прикуриватель, кстати, не светится, вот этот вот обод. По-моему, в Ладе Гранте он светится. Или в Газели, я не помню уже. Руль можно регулировать. В общем, в отличие от Лады Гранты, за 2 года ничего не сломалось. И вот эти вот места, вот, они пачкаются. Они пачкаются, но не царапаются. На Ланде Гранте, на Приоре, они почему-то не облазят, конечно, но царапаются. Вот эти вот тоже места. Но по качеству сделано все нормально. Вот здесь тоже ничего не трескается. Как, по-моему, в семерках. Вот такая вот фигня есть, и она любит трескаться. Эта фигня, я не знаю, здесь должна быть кнопка, но заглушку очень плохую сделали. Туда забивается грязь и пыль. В общем, некрасиво выглядит, но мне особо не мешает. Вот такой вот ключ, кстати. Больше в салоне ничего интересного нет. Ни спереди, ни сзади. Слева от водителя имеется клавиша блокировки стеклоподъемников. Опустить и поднять можно спереди, сзади. Это что-то вроде стика для регулировки зеркал. Можно прямо из автомобиля это все делать, из салона. Противотуманки, но они устанавливаются опционально. То есть, если вы их не установили, то кнопка бесполезна абсолютно.
Ну, так вот. Так, ну в салоне она за 2 года абсолютно не изменилась, ничего вообще не изменилось. Не облезла, не сломалась, не треснула, не изменила свое свойство, вообще никак не поменялось. Может, только грязнее полики стали, и все. Так, ну после пробега в 15 тысяч километров сгорел модуль. Вот здесь он находится. То есть он не сгорел, он просто испортился. Стоит такой модуль 11 тысяч. Вот так он выглядит. Это старый модуль. И свечи тоже я поменял. Говорят, что он испортился из-за 92-го, либо просто плохого бензина, некачественного. Бензин использовался газпромовский. Это самый плохой бензин. 92-й. После того, как поменяли вот эту вот систему, модуль, после этого уже перестали заправлять 92-м, стали заправлять 95-м и качественным. Ну, хотя из «Газпрома» тоже иногда попадало. Так, ну, здесь вот ремень. Уже почти 30 тысяч километров, и ремень уже стал изнашиваться. То есть, еще, я думаю, 5000 можно будет проехать, но он уже свое отслужил почти. Потому что там он по швам пошел. Но не сильно. Так, ну, здесь, в общем-то, все. Вообще автомобиль не очень тихий, и в салоне это чувствуется. То есть как раз-таки внешний шум, который происходит возле двери водителя, сзади машины, этого не слышно абсолютно. Но шум двигателя, именно двигателя, он слышен очень хорошо. Хотя в том же Hyundai Solaris он тоже неплохо слышен. Но это не Mercedes. В Mercedes, конечно, получше. Даже в Мерседесе, по-моему, CLK, не помню уже серию, который был приобретен в подержанном состоянии за 300 тысяч, ну, ощущения были совершенно другие. Я забыл убрать модуль с дороги. Вот такой вот модуль стоит 11 тысяч. В общем, общая стоимость ремонта данной машины составляет примерно 30 тысяч. Покраска бампера 6 тысяч рублей. А вот капот придется купить новый. Этот уже не подлежит ремонту. Новый капот стоит в Пятигорске 7 тысяч. Покраска 6 тысяч. Также там по мелочам. Ну, в общем, выходит примерно 30 тысяч. Если я буду ставить хромированные решетки, то тогда получится 40 тысяч. С обвесами 80. Обвесы полностью по всему автомобилю, по периметру, стоят 40 тысяч. Ну, есть за 33, есть дешевле, есть дороже обвесы. Выглядят они очень хорошо, но есть один минус. Дорожный просвет вот здесь вот уменьшается еще сильнее. То есть он сейчас не очень-то большой, а с обвесами он будет еще меньше. Участки металла, которые, ну, в общем, были без краски, когда-то поцарапаны, за 2 года не покрылись ни коррозией, ну, ничем не покрылись и никак не изменились. Они такие же и остались. Так, ну, вот так вот выглядят приборы ночью. 3 положения света, которые, в общем-то, уже тоже везде есть, по-моему, начиная с самых-самых старых автомобилей. Так, ну вот, собственно, и все. Автомобиль вообще никак не изменился за 2 года изнутри. Коробка абсолютно никаких сюрпризов не выдает. Вообще автомобиль
не очень-то прихотлив к обслуживанию, если не считать то, что желательно заправлять его 95-м. Ну, если, конечно, 92-й хороший, то можете рискнуть заправлять 92-м. Но у меня от 92-го сломался модуль. С 95-м автомобилем машина, не знаю, я изменений никаких не увидел. Примерно все шумит, двигается автомобиль с такой же мощностью, как и при 92-м. То есть вообще ничего, никакой разницы нет. Ну, возможно, только свечи перестали чернеть, и все. Хотя при 92-м бензине, если он из «Газпрома», то они тоже не чернели. Вот. Вот кнопка включения кондиционера. Хладагент вытек, поэтому лучше не включать. Да, он, кстати, и не включается. Ну, в общем-то, и все. Родные динамики очень плохие. Они, опять-таки, лучше, чем на автомобилях типа Соляриса. Но с какими-нибудь дорогими покупными их вообще не сравнить. То есть они намного хуже. Ну, классно вот эти пищалки выполнены. Ну и все. А так вообще не идет сравнение, к примеру, даже с колонками от фирмы Pioneer. Они еще там сзади в салоне ставятся, но теперь уже не видно. Я хотел показать это место. Так, ну, в общем-то, это все. Внешне автомобиль, конечно, изменился, но только после аварии. Если бы с автомобилем обходились аккуратно, то внешне он бы был до сих пор как новый. То есть краска осталась точно такой же, она не побледнела, она не стала какой-то другой, она также блестит, все так же, как и шло с завода. То есть абсолютно нормально покрашена машина. Сейчас я буду эту машину ремонтировать, делать все новое, ставить новый капот, новый бампер, выровняю крыло. И тогда она будет опять выглядеть как новая. Но это уже будет ненадолгий срок, потому что перекрашенные детали, они изнашиваются гораздо быстрее, чем оригинальные. Вот так вот, на этом все. Итак, это Chevrolet Aveo. Хочу показать вам, как он изменился за 2 года. Что у него стало неисправно. Что не изменилось. Внешний вид. Ну и кое-что еще. Так, вот внешне она за 2 года поменялась. Вот здесь вот сестра влетела в ворота. Имеется вмятина. И на скорости 60 км в час она снесла 3 машины. Жиром тоже садил. Она влетела, то покажу. Они пострадали намного сильнее. Шестерка гармошкой сделалась. Даже лонжероны погнулись. Та, которая стояла впереди, ту я уже не помню. За время использования вот сюда вот позабивалась грязь. Точнее, не грязь, а пыль. Когда-то здесь возили муку, и вот здесь вот мука, она не вычищается и даже пылесосом. Так, ну, запаска. Пользовался всего один раз. Один раз пробил колесо. Все меняется легко, ну, как на всех машинах. Багажник здесь не очень большой, но
можно кое-какие предметы перевозить большого размера вот здесь вот. Хотя эта функция уже есть почти на любом автомобиле. Можно опустить и ту вторую маленькую, тоже можно спинку опустить и положить что-нибудь длиннее. Ну, сзади места очень мало. Сиденья без подогрева, они очень жесткие, места очень мало. Ну, места, конечно, больше, чем в Приоре или в Гранте. Но в Chevrolet Cruze или, к примеру, ну, в машинах подороже, места гораздо больше. То есть, если здесь еще за пассажиром можно ехать, то вот там вот у меня уже упираются коленки. То есть, я сам за собой сел, и сидеть, в общем-то, удобно, но чувствуется, что это уже максимум. Так, изнутри... Ну, изнутри все красиво. Вот торпеда. Магнитола. С пленочкой еще. Ну, так, среди аналогов, наверное, самый красивый салон. Это в Chevrolet Aveo. По качеству не очень. Вот здесь вот остаются отпечатки. Причем очень сильно, если это видно. А вот это место постоянно пачкается. Туда достает нога, и оно становится грязным. Ну, здесь находится перчаточный отсек. Сюда можно телефон положить, наушники, флешку. Ничего за 2 года не сломалось. Все целое. Здесь тоже все работает. Вообще в салоне Chevrolet очень красивые, что Cruze, что Aveo. В общем-то он просторный, но вот это вот место, сюда постоянно упирается коленка или нога, в общем. Вот это они не очень хорошо придумали. Выглядит очень красиво, но неудобно. Здесь хорошо помещается телефон. Места достаточно, чтобы не мешать переключению передачи. Ручник. Так, подстаканник. Здесь имеется фиксация. Здесь фиксация тоже есть, а вот сзади нет ее. Сзади просто можно поставить большую бутылку. Спереди вот так вот. Обычный материал. Вот здесь вот подогрев. Здесь и здесь сверху. Подогрев сидений только передних сидений, все, задних нет. Так, ну, обшивка не очень красивая, она белого цвета. Я люблю машины с белыми обшивками, но выглядит более-менее нормально. Отчетчик. Ремень безопасности. Наверное, самая красивая деталь в машине — это вот спидометр, он цифровой. Так, ну, красиво выглядят вот эти вот, тоже, кстати, на торпеду похоже, вентиляция. В общем-то, все, забыл сказать про спидометр. Имеется несколько режимов. Средняя скорость 3-4 километра. Время поездки можно засекать. Средний расход топлива. И то количество, которое мы можем проделать с данным уровнем топлива. Сейчас бензина почти нет. Поэтому написано low. Вот так вот. Так, магнитола красивая, но не очень функциональная. Ну как в обычных автомобилях. Ничего особенного в ней нет. Разъем для карточек кредитных.
которым я не пользуюсь, выглядит очень некрасиво. Как-то, не знаю, портит вид, что ли, не знаю, мне не нравится. Так, спереди это все. Вообще больше ничего здесь интересного нет. Прикуриватель, кстати, не светится, вот этот вот обод. По-моему, в Ладе Гранте он светится. Или в Газели, я не помню уже. Руль можно регулировать. В общем, в отличие от Лады Гранты, за 2 года ничего не сломалось. И вот эти вот места, вот, они пачкаются. Они пачкаются, но не царапаются. На Ладе Гранте, на Приоре, они почему-то не облазят, конечно, но царапаются вот эти вот тоже места. Но по качеству сделано все нормально. Вот здесь тоже ничего не трескается. Как, по-моему, в семерках. Вот такая вот фигня есть, и она любит трескаться. Эта фигня, я не знаю, здесь должна быть кнопка, но заглушку очень плохую сделали. Туда забивается грязь и пыль. В общем, некрасиво выглядит, но мне особо не мешает. Вот такой вот ключ, кстати. Больше в салоне ничего интересного нет. Ни спереди, ни сзади. Слева от водителя имеется клавиша блокировки стеклоподъемников. Опустить и поднять можно спереди, сзади. Это что-то вроде стика для регулировки зеркал. Можно прямо из автомобиля это все делать, из салона. Противотуманки, но они устанавливаются опционально. То есть, если вы их не установили, то кнопка бесполезна абсолютно. Ну, так вот. Так, ну в салоне она за 2 года абсолютно не изменилась. Ничего вообще не изменилось. Не облезла, не сломалась, не треснула, не изменила свое свойство. Вообще никак не поменялось. Может, только грязнее полики стали, и все. Так, ну после пробега в 15 тысяч километров сгорел модуль. Вот здесь он находится. То есть он не сгорел, он просто испортился. Стоит такой модуль 11 тысяч. Вот так он выглядит. Это старый модуль. И свечи тоже я поменял. Говорят, что он испортился из-за 92-го, либо просто плохого бензина некачественного. Бензин использовался газпромовский. Это самый плохой бензин. 92-й. После того, как поменяли вот эту вот систему, модуль. После этого уже перестали заправлять 92-м, стали заправлять 95-м и качественным. Ну, хотя с Газпрома тоже иногда попадало. Так, ну, здесь вот ремень. Уже почти 30 тысяч километров, и ремень уже стал изнашиваться. То есть, еще, я думаю, 5000 можно будет проехать, но он уже свое отслужил почти. Потому что там он по швам пошел. Но не сильно. Так, ну, здесь, в общем-то, все. Вообще автомобиль не очень тихий, и в салоне это чувствуется. То есть как раз таки внешний шум, который происходит возле двери водителя, сзади машины, этого не слышно абсолютно, но шум двигателя, именно двигателя, он слышен очень хорошо. Хотя в том же Hyundai Solaris он тоже неплохо слышен. Но это не Mercedes. В Mercedes, конечно, получше.
даже в Мерседесе, по-моему, CLK, не помню уже серию, который был приобретен в подержанном состоянии за 300 тысяч, ну, ощущения были совершенно другие. Я забыл убрать модуль с дороги. Вот такой вот модуль стоит 11 тысяч. В общем, общая стоимость ремонта данной машины составляет примерно 30 тысяч. Покраска бампера 6 тысяч рублей. А вот капот придется купить новый. Этот уже не подлежит ремонту. Новый капот стоит в Пятигорске 7 тысяч. Покраска 6 тысяч. Также там по мелочам. Ну, в общем, выходит примерно 30 тысяч. Если я буду ставить хромированные решетки, то тогда получится 40 тысяч. С обвесами 80. Обвесы полностью по всему автомобилю, по периметру, стоят 40 тысяч. Ну, есть за 33, есть дешевле, есть дороже обвесы. Выглядит они очень хорошо, но есть один минус. Дорожный просвет вот здесь вот уменьшается еще сильнее. То есть он сейчас не очень-то большой, а с обвесами он будет еще меньше. Участки металла, которые, ну, в общем, были без краски, когда-то поцарапаны, за 2 года не покрылись ни коррозией, ну, ничем не покрылись и никак не изменились. Они такие же и остались. Так, ну вот так вот выглядят приборы ночью. Три положения света, которые, в общем-то, уже тоже везде есть, по-моему, начиная с самых-самых старых автомобилей. Так, ну вот, собственно, и все. Автомобиль вообще никак не изменился за 2 года изнутри. Коробка абсолютно никаких сюрпризов не выдает. Вообще автомобиль не очень-то прихотлив к обслуживанию, если не считать то, что желательно заправлять его 95-м. Ну, если, конечно, 92-й хороший, то можете рискнуть заправлять 92-м. Но у меня от 92-го сломался модуль. С 95-м автомобилем машина, не знаю, я изменений никаких не увидел. Примерно все шумит, двигается автомобиль с такой же мощностью, как и при 92-м. То есть вообще ничего, никакой разницы нет. Ну, возможно, только свечи перестали чернеть, и все. Хотя при 92-м бензине, если он из Газпрома, то они тоже не чернели. Вот. Вот кнопка включения кондиционера. Хладагент вытек, поэтому лучше не включать. А он, кстати, и не включается. Ну, в общем-то, и все. Родные динамики очень плохие. Они, опять-таки, лучше, чем на автомобилях типа Соляриса. Но с какими-нибудь дорогими покупными их вообще не сравнить. То есть они намного хуже. Ну, классно вот эти пищалки выполнены, ну и все. А так вообще не идет сравнение, к примеру, даже с колонками от фирмы Pioneer. Они еще там сзади в салоне ставятся, но теперь уже не видно. Я хотел показать это место. Так, ну, в общем-то, это все. Внешне автомобиль, конечно, изменился, но только после аварии. Если бы с автомобилем обходились аккуратно, то внешне он бы был до сих пор как новый. То есть краска осталась точно такой же, она не побледнела, она не стала какой-то другой, она также блестит. Все так же, как и шло с завода. То есть абсолютно нормально покрашена машина. Сейчас я буду эту машину ремонтировать, делать все новое, ставить новый капот, новый бампер, выровняю крыло. И тогда она будет опять выглядеть как новая. Но это уже будет не на долгий срок, потому что перекрашенные детали, они изнашиваются гораздо быстрее, чем
оригинальные. Вот так вот, на этом все.